За автомобиль в национальном стиле ратует конструктор из Кызылорды Акдидар Абдихалыков. Он разработал необычный макет транспортного средства по форме, напоминающий обычный асык – игральную кость. Вся композиция выполнена из дерева и натуральной кожи. Ее дополняют казахские орнаменты и украшения. Спойлер из орла символизирует независимость нашей страны, а рычаг переключения скорости выполнен в виде камчи. Свою работу автор назвал «Асыкпа». На ее создание конструктор потратил почти год. По его словам, такая легковушка вполне могла бы стать прототипом одной из моделей отечественного автопрома. Я думаю, что такая автомодель не только нашла бы своих поклонников, но и стала бы отечественным брендом. Я хотел запатентовать изобретение, патент и макет модели подарить нашему Елбасу.